лучшее эксклюзивное весеннее предложение – это наш универсальный жилетик, который вы будете носить абсолютно все сезоны. Причем зимой вы будете носить под куртку, под пальто, а весной, осенью вы будете носить как лучшее решение именно верха, когда вы снимаете уже куртки, пуховики, и вы в этом жилете. Базовый, трендовый весенний дутый жилет в универсальных оттенках, который станет лучшим другом этой прохладной весной. Вы никогда не заболеете, ваш образ продуман идеально, вы не переживаете. И самое главное, он подходит под любой образ. Это, конечно же, и брюки, и джинсы, и джеггинсы, и лосины, и юбка, и платье. Приталенный фасон, посмотрите на нашу Люсю, подчеркивает женственность. Хорошая средняя длина закрывает спинку, а значит, вас никогда не продует. И весеннее настроение будет прекрасным. Текстильная дутая ткань, кстати, которая защищает вас от ветра, от влаги, от весеннего дождя. Вы чувствуете себя не скованно, а самое главное, вы не боитесь того, что жилет доставит дискомфорт в носке. Любимые, он прекрасен, он удобный, он красивый, а самое главное, он подойдет абсолютно всем в любом образе. Я его просто обожаю. Мой выбор сегодня красивый зеленый, кстати, на свой рост, 173 сантиметра, да, я выбираю 48 размер нашего жилетика, да, то есть он на размерчик мне побольше. Посмотрите, здесь еще есть хорошее место пространства, и этот жилет, сразу говорю, мы выбираем размер в размер, вообще даже ни о чем не думайте, прекрасный, удобный, спортивный. Дальше, как раз мы посмотрели мой зеленый, красивый мятный, посмотрите, какой перламутровый, потрясающий, самый стильный оттенок этого сезона, обожаю и люблю. Коричневый, шоколадный, карамельный, как я обожаю именно эти предложения, поэтому сегодня в этой коллекции коричневый цвет я вам советую. Есть наши телезрительницы, кто любит джинсы, джинсовые ткани, костюмы, куртки. Вот для вас сегодня джинсовый цвет обязательно. Дальше, мои хорошие, что касается классического варианта, темно-синий цвет дутого жилета. Очень, кстати, красиво смотрится лейблом. У нас еще и на груди белый, нарядный, однозначно, поездки, прогулки куда-то только в этом жилете. И, конечно, черный цвет – это наша абсолютная классика. Сегодня стоит его выбрать. Итак, внимание, сейчас будем делать замеры, но я пока скажу. У нас представлена коллекция от 50-го до 60-го размера. Мы выбираем четко размер в размер, но в любом случае. Смотрите, сейчас я делаю замер жилета на 54-й размер. Итак, внимание, высота нашего жилета, 54-й размер, составляет 71 сантиметр. Дальше смотрим в области проймы, потом область груди и область... Смотрите, в области проймы он ни в коем случае не будет давить, потому что полуобхват составляет 27-28 сантиметров. То есть хорошее пространство даже для пышной груди. Далее, 54-й размер. Полуобхват груди здесь у нас составляет, внимание, на 54 размер 58 сантиметров. То есть, представляете, полный 116 сантиметров. Поскольку он чуть-чуть расклешен у нас именно к бедрам, а это важно, особенно для нижнего типа фигуры, делаем замерчик по бедрам и видим, что также совершенно безопасная покупка на 54 размер 62 сантиметра, а это значит 124. Посмотрите, плотный, никогда не расстегнется. Хорошая, удобная, комфортная, молния, да, которая говорит сама за себя, что здесь высокое качество, везде прострочен, а это значит, такой жилет станет прекрасной находкой весенний, осенний, зимний, прохладный летний сезон. Если вы спортсменка, если вы любите путешествия, если вы любите прогулки, если вы хотите улететь отдыхать и думаете, так, я не буду брать багаж и возьму ручную кладь, я полечу именно в этом жилете, потому что только сегодня уникальная цена на наш жилет Андре, новая коллекция эксклюзивная.
2299 рублей, мои дорогие. И в этом жилете вы будете выглядеть прекрасно. Посмотрите, на прогулке, в кофейне, в поездках с друзьями, на дачу. Вот именно сейчас Люся уже демонстрирует разные прекрасные образы. Кстати, у Люси, смотрите как, по груди 52 размер, по бедрам 52-54. Люсенька выбирает у нас сейчас жилет 54 размера, чтобы по бедрам был более свободен. Именно поэтому Люся даже на плотный джемпер смело может надеть такой жилет, и он идеально будет сидеть. Кстати, я рекомендую именно сейчас нашим костюмам. Вы видите спортивный костюм, который называется «Сиера». Это, кстати, мой выбор, и мне нравится, что он подойдет абсолютно всем. И причем такой жилет универсальный для любой женщины, на любую фигуру. Вы знаете, когда вот сейчас, я помню, вот в прошлом году, как раз это у меня был конец марта, день рождения моей мамы, и где-то конец марта, начало апреля мы полетели в Сочи. Я думаю, так, ну что взять? Вот когда в куртке, ты понимаешь, что уже ходить, гулять достаточно жарко. Но ночью прохладная температура, а утром становится тепло, солнышко согревает. Так вот такой жилет, он будет вас согревать всегда, потому что спинка у нас закрыта, да, это тоже очень важно. У нас закрыто с вами горлышко, потому что нам никогда ничего не надует, не продует, не будет никаких тонзиллитов, ангин. И при этом вам безумно легко и удобно двигаться, мои милые. Если пышная грудь, если есть животик, если есть пышные бедра, выбирайте четко свой размер, вообще даже не переживайте. Потому что жилет лаконичный, удобный, уютный, который подходит под все наши предложения. Кстати, молния – это универсальная застежка, которая контролирует ваш тепловой режим. Поэтому шикарное, лучшее, яркое предложение для вас. Смотрите, безумно нравится, что мой выбор зеленый цвет уже лидирует. Есть красивый мятный цвет, выбирайте именно его. Шикарный коричневый и невероятный джинсовый. Вот они, модные коллекции этого сезона. Темно-синий вы выбираете уже, и, конечно же, самый популярный нарядный белый. Черный есть, и, кстати, обратите внимание, лейбл Fashion – это для вас еще дополнительный бонус, что этот действительно красивый дутый жилет вас всегда согреет и будет очень модным. Выбирайте сегодня, здесь и сейчас, самое стильное предложение этого сезона – утепленный дутый, а это значит, будет не только вас согревать, но и дарить эмоции, энергии, активной жизни. Только сегодня лучшая цена – успевать.